Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Саме цими словами ангел Господній заспокоїв пастухів, які були налякані його появою та сяйвом Божої слави. Ангел звістив пастухам чудову, радісну новину. Сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Страх – це наша реакція на невідоме, лякаюче. Зовні – страхи, всередині – тривоги. Цей стан знайомий кожній людині. І те, що відбувається сьогодні в світі та в Україні, не додає людям оптимізму. Але є чудова, радісна новина – народження Ісуса Христа, яке принесло нам радість, мир та благословення Боже. Тож давайте приймати цей Божий подарунок з подякою, довіряючи Богові всі свої страхи та переживання. Нехай Господь благословить вас та ваші родини всіма своїми благословеннями з небес, миру, радості та любові вам у Христі. Христос народився, славімо Його! Слава в вишніх Богу і на землі мир! Пели ангелы этот прекрасный гимн в рождественскую ночь. Рождество – это радость. У нас есть прекрасная возможность радоваться. Есть повод для этого. В дни Рождества мы поздравляем друг друга и благословляем именем Господа. Рождество – это мир. Искренне всем желаю в сердцах, в стране, в семьях, в церкви мира от Господа. С Рождеством Христовым! Шалом, дорогие друзья! Мир вам! В эти наступающие прекрасные дни празднования Рождества Христова от имени евреев, верующих в Мессию, в Иешуа или Иисуса из Назарета, мы хотим поздравить вас с этим праздником. Многие могут спорить о дни Его рождения, но факт остается фактом. Его рождение разделило мир на два этапа – прошлое и настоящее. Это уже историческое достижение того, что мы говорим «мир», «мир для нас». Евреи ожидали Мессию, и мы празднуем фактически рождение иудейского царя. Это обетование и обещание Бога народу Божьему и верующим евреям, верующим в того, что Мессия придет. Было сказано пророком Михеем. Он говорил о том, что мы сегодня можем зачитать. «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячей иудин, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». Мы поздравляем вас с этой датой, временем, числом. Мы поздравляем вас с рождением Мессии. Может быть, вы спорить будете о дне его рождения, но факт остается фактом. С Рождеством! Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Желаю в жизни каждого, чтобы тепло, радость и светлость от рождения Христа наполнила каждую сферу жизни. Как ангелы возвестили о том, что Спаситель родился, как небесный хор пел и радовался. Вот пусть все это проявляется, пусть все это наполнит Новый год, каждый день Нового года. Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Рождества. Пусть Вифлеемская звезда зажжется в каждом сердце, и каждый познает, что Иисус Христос, который пришел в этот мир, пришел для того, чтобы светить, пришел для того, чтобы быть светом для каждого из нас. Пусть этот свет, пусть этот яркий свет горит в ваших сердцах. Пусть этот свет наполняет мир вокруг нас радостью и весельем. Пусть Бог благословит вас в эти замечательные дни. Христос народился! Славимо Его!